Сегодня на территории Синедрион Сити происходит главное политическое событие за последние 20 лет – выбор Верховного Судьи. Хотя официально на этот пост претендует 6 человек, все внимание сосредоточено на двух кандидатах, получивших большинство голосов жителей нашего города. Это ныне действующий Верховный судья МакДагл и его ближайший конкурент – судья Глосс. Согласно последним опросам аналитического центра, 5% жителей нашего города до сих пор не определились, за кого отдать свой голос. Именно выбор этих людей может стать судьбоносным. А накануне выборов судья Голос выступила перед своими избирателями. Синедрион Сити – это город перспектив и богатства. Каждый из жителей города будет иметь свой дом, получит медицинскую страховку, образование станет доступным каждому. И самое главное, я обещаю, что выведу террористические элементы с улиц нашего города. Ваш голос за мою программу – это наше светлое будущее. В связи с угрозой пандемии вируса H1N1 Верховный судья Синедрион Сити МакДагл постановил: каждый входящий в город должен пройти дезинфекцию в камере очистки, иметь при себе защитный респиратор, очки и перчатки, избегать контактов с людьми с вирусоподобными симптомами. В случае обнаружения у себя или окружающих вас людей симптомов вируса, просим уведомить об этом спецкомитет по охране здоровья. Цель визита в Синедрион-Сити. Сдача донорской крови. Смотрите в сканер. Пожалуйста. Ваша идентификационная карта. Пожалуйста. Оружие, наркотики, золото. Есть? Нет. Проходите. Сколько? Карточку давай. За террористическую деятельность на территории Синедрион-Сити вы приговариваетесь к высшей мере наказания – расстрелу. Вердикт вынесла судья Глосс. Приговор привести в исполнение. Готовились. Прицел. Огонь. Можешь помочь с работой. Да, да. Эй, хозяйка, налей-ка нам еще выпить. Это кто? Мою не знаю. Первый раз видеть. Работаешь. Бери. Доброй ночи. Хочешь есть? Я по пустякам не отвлекаюсь. Тогда у меня к вам деловое предложение. Деловое предложение? Я 6 лет рыла золото в шахтах. Меня это не интересует. Я хочу купить ваше имя. Я хочу купить ваше имя. отличная шутка. Но боюсь, что этот товар не в цене. Вы думаете, что я вас разыгрываю? Ну? Сколько ты дашь за мое имя? На этой карточке 50 тысяч. Зачем тебе мое имя? Регистрационная форма для передачи имени у меня с собой. Вот, взгляните. Мы едем к нотариусу, заверяем форму, и я плачу вам 50 тысяч. Вы, вероятно, не совсем правильно меня поняли. Ручаюсь, вам в жизни не предоставится случай совершить такую выгодную сделку. 50 тысяч. Зачем вам мое имя? В нем нет ничего особенного. Это прекрасное имя. Уж не думаете ли вы, что я выложила бы 50 тысяч за первое попавшееся имя? Поверьте, есть имена, которым красная цена 5 сотен. Но ваши стоят того, что я предлагаю. Я, конечно, понимаю, что 50 тысяч – это хорошая цена, но я понимаю, что я могла бы на них жить много лет. Но вы же понимаете, имя-то есть имя. Хорошо, хорошо. 60 тысяч. Это моя последняя цена. На этой карточке еще 10 тысяч. А что вы будете делать с моим именем, если я продам его? Я коллекционер имен. Простите, вашу идентификационную карту. А я... Таков закон. постараюсь. До свидания. Остался лишь час до того момента, когда мы узнаем, кто станет верховным судьей Синедрион-Сити. В данный момент на 6 голосов лидирует ныне действующий верховный судья МакДагл. У нас клиент. У тебя есть 30 минут времени. Бегом. Доброй ночи. Какую операцию вы хотели бы произвести? Я хочу открыть счет. Хорошо. На чье имя? А? На чье имя? 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 Благодарю вас, судья МакДагл, за поздравления. Надеюсь, вы поможете мне в нашем нелегком деле. До свидания. Несколько минут назад выборы верховного судьи Синедрион-Сити завершились с разницей всего в 1 голос. Победу одержал судья Глосс. Проигравший же кандидат судья МакДагл в данный момент выступает перед своими избирателями и призывает всех тех, кто голосовал за него, поддержать судью Глосс, чтобы всем вместе возродить Синедрион-Сити. Буквально пару минут назад я имела честь поздравить судью Глосс с победой. Это было трудное и честное соперничество. Успех судьи Глосс вызывает у меня уважение. Вас ждут с победной речью ваши избиратели. Хорошо. Всего 1 голос. Если среди вас остались люди, кто сомневается в том, что Синедрион-Сити – это город великих возможностей, кто по-прежнему не верит, что мечта матерей-основателей стала реальностью, кто сомневается в мощи нашей демократии, сегодня вы получили ответ. С этого дня все будет по-другому. Нас ожидает лучшее будущее. В этот раз в Синедрион-Сити грядут перемены. Моя победа принадлежит вам. Это ваша победа. И благослови вас Бог.